Здравствуйте, друзья, уважаемые подписчики и зрители канала. Наш очередной семейный поход выходного дня, и мы приехали на Ганину яму. В 19 веке на Урал пришла золотая лихорадка, люди начали активно искать и добывать золото. Данную землю в то время приобрел подрядчик, которого звали Гавриил. Но местные жители его называли просто Гани, видимо, так им было удобно. Золото он здесь не нашел, здесь была обнаружена железная руда. К 20 веку запасы ее иссякли, так как месторождение было очень бедным, и шахты эти забросили. В ночь 16 на 17 июля 1918 года в городе Екатеринбурге была расстреляна царская семья во главе с императором Николаем II, после чего их привезли сюда и здесь сбросили в одну из затопленных шахт. Именно на этом месте в настоящее время стоит очень красивый мужской монастырь в честь святых царственных страдотерцев. На его территории находится 7 храмов именно по числу убитых членов царской семьи. Если верить истории, то именно вот здесь, на этом месте, и была сброшена в затопленную шахту царская семья. В настоящее время здесь просто находится яма, в которой приходят люди. На территории очень много групп, уже не первая мне попалась, которая говорит на иностранном языке, причем языки эти были разные.
они приходят с переводчиком. Это говорит о том, что данное место очень популярно не только в России, но и за границей. На территории очень красиво, очень красивые храмы. Все дорожки выложены камнем, территория очень облагорожена, растут цветы, везде стоят лавочки, везде стоят мусорки. Все храмы сделаны в разных стилях. Но сейчас сходим в музей и посмотрим те предметы, которые принадлежали царской семье. Начинается мобилизация, боятся нашу город.
Ну вот, друзья, видео подходит к концу. Такая вот интересная территория на Ганиной яме. Приезжайте, не пожалеете. Здесь можно погулять и отдохнуть целый день. Здесь есть у них столовая, довольно-таки неплохая. Вот мои малявки ловят бабочку. Целый день пробегали. И не устают вообще, энергии у детей, хоть отбавляем небо столько. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго, друзья, до новых видео. Всем удачи!